сделали по просьбам череповчан продолжение тропы здоровья, отсыпали еще один участок, который позволил расширить маршрут. Удлинить его. Наверное, не удлинить, потому что он был, направление поменялось. Направление и качество. Вот это люди здесь ходили, мы просто качество улучшили. Год назад было принято принципиально важное решение для Череповца. Олег Александрович Кувшинников распорядился передать Зеленую Рощу как рекреационную зону Череповцу. Нужно выделить два направления. Первое направление по линии физкультуры и спорта, то, что вы делаете, это веломаршруты, это лыжни здоровья, это пешеходные дорожки. А второе направление, вот, рекреационное. Отдых, и по этому направлению я знаю, что также готовится инвестиционная программа. Инвестиционное агентство привлекает партнеров, которые готовы создать для горожан условия в Зеленой Роще для активного отдыха. И вот нам очень важно, чтобы и первое, и второе направление сочетались между собой. Мы лыжню здоровья уже с осени начинаем готовить, где-то убираем поросль. Где-то немножко меняем маршрут. И основная проблема — это квадроциклы. Сейчас здесь вот тут снесли, три шлагбаума здесь таких стоят. Вроде как перестали здесь ездить. Эти, так они утюжат сейчас вот зимнюю. Наверное, до зимы просто нужно делать ограждение, которое потом снимать, какие-то бетонные конструкции, чтобы не заехать туда было. Или для них трассу сделать отдельно. Да лучше трассы сделать для них тоже. Их нужно как-то убрать и все. То, что не можем запретить, нужно цивилизовать. Все, что необходимо сделать для сервиса, должно здесь присутствовать. Скамеечки, урны. Было бы, конечно, неплохо решить вопросы с освещением, но это уже требует капитальных вложений и, самое главное, оформления. Но вот до сих пор пока не можем сказать, что эта территория является нашими территориями. Это территория Череповецкого района, поэтому каких-то капитальных расходов мы здесь не имеем права осуществлять. Но то, что необходимо для цивилизованного отдыха, сделаем.